Что-то да что за тут. Ситуация, Расул, это нормально, да? Фатим, иди сюда, мамина. Так, девочки, вы хоть меня убейте, но я не могу ей расчесать волосы. Она сегодня у нас будет в виде ведьмочки. Она захотела распущенные волосы, но я не могу их расчесать никак. Посмотрите, мы сейчас собираемся в парк. Все, поехали. Вот такая вот у нас девочка. И вот, поправляй. Умница, умница. Очень красивая, очень. Всем привет. Мансурчик спит на руках у Расула. Фатимка. А ее волосы, взрыв на макаронной фабрике. Я, Фатимочка, не дала мне расчесать себя? Не дала. Всем привет! А, смотрите, что я взяла с собой. Взяла вот такие вот йогурты. Йогурт взяла Мансурчику. Это девочкам йогурт. Взяла вот такие вот ломтишки, бананчики, булочки. Вот такие вот киндеры взяла. Где-то 4-5 штучек. Там дети становятся голодные. На свежем воздухе. Да, на свежем воздухе дети становятся голодные. И, конечно же, я с собой взяла. Там не будет возможности бегать, искать бананы и все такое. А то, что продается, мы не знаем, оно свежее, нет. Мы не покупаем готовую еду. Так что всегда все с собой. Дети у меня поели перед выходом, а это у нас будет перекус в парке. Всем приветик. Мои дорогие. Всем приветик. Как ваши дела? Рассказывайте. Как ваше настроение? Пишите комментарии, пожалуйста. А мы едем в парк. У нас последние деньки солнышка, и мы пользуемся моментом, выезжаем. Мы сейчас хотим поехать в парк. Даже сейчас уже солнце ушло. Вот только что было солнце, прям в глаза било. А сейчас солнышка нету, ушло. Я надеюсь, оно еще выйдет. Сейчас только 3 часа дня. Хотим с девочками прогуляться. Ой, Мансурчик проснулся. Ты мой сладкий. Спи, золотой, спи. Здесь дети гуляют во дворе, все кричат. И вот Мансурчик проснулся. Ну ничего. Он сейчас заснет. Мы будем ехать. Он заснет, я надеюсь. Ой, привет, Леночка. Ей же зубчики вырвали еще. Да, она у нас такая беззубенькая. Хотя у нее уже постоянные зубки лезут. И она у нас, наоборот, не беззубая, а уже зубастая девочка. Наоборот, у нее больше зубов, чем должно быть. У нее на молочных зубах лезут постоянные зубы вот снизу. Был у меня влог такой. Ей вот эти вот зубки молочные удалили. Так что все нормально. Надеюсь, ровненькие зубки будут расти. Если не будут, она сказала, пластинку нужно ставить, стоматолог. Так что с детьми хлопот хватает. Но это приятные хлопоты, конечно же. Красота требует жертв, да, Леночка? Вы знаете, я себе тоже поставила пластинку. Видите, вот нижний ряд у меня чуть-чуть. Какого? Спасибочки, спасибочки. Леночка. Угу. Нет, с кетчупом, видимо, не было. Что, ты сейчас в дороге будешь кушать? Опять? Да? Сейчас открою. Вот. Смотрите, какие у нас волосики, кучерявенькие, волнистенькие. Папочки, закройте окно, у вас дует. А мне не дует. Все, мы поехали. Ой, такой ветерок тепленький. А сегодня какое число? 27 градусов показывает у меня. 27 градусов тепла, ой, прям такое свечение. У нас в Дагестане там такой снег выпал, нам отправляли видеоролик. Там даже, говорят, деревья прям от этого снега падали, да, или что? Какой падали? Не падали, это уже... Сугробы там, сугробы. Деревья падают, да, в Дагестане от снега? Как не выйти в такую погоду? Надо гулять, девочки, свежим воздухом дышать. Сейчас будем снимать вертолеты. А как называется военные. Вообще парк? Я первый раз туда еду. А девочки, по-моему, были, нет? Не парк, были? Парк 40 лет победы. Военный парк. Ну, понятно, военный парк. Скажи, пускай ко мне позвонит, короче. Ой, слезь, золотой маленький.
одну. Больше. Компьютерный стол и все, по-моему, даже. Когда ты вырастешь? Чтобы нам полегче было. Папу замучил. Это вообще. Расул приходит домой, все. Все, конечно. Начинается орание, кричание, ползание, хождение. Хождение по мукам. Мансурчик за рулем. Я решила снять, как мы подъезжаем к парку. Смотрите, какие деревья осенние, красивые. Такая тропиночка зеленая. Ой, наконец-то у меня руки, видите, свободные. Мансур вот за рулем. Что я хотела сказать? Смотрите, у меня такие толстые стрелочки сегодня. У меня уже подводка чуть-чуть подсохла. Мне нужно подводку купить. Покупаю я подводку в этом Магнит Косметике. Как он называется? Магнит Косметик, да? Да, да. Да, мне нравится там. Цены доступные и очень даже неплохие. Подводки там продаются. Я две брала подводки разные. Но одна из них мне больше понравилась, я как-то вам ее покажу. Рублей она 350, по-моему, стоит. Очень стойкая, хорошая подводка, не растекается. Самолет! Мы уже приехали, вот вертолет и самолет нас встречает. Сейчас будем выходить. Кто-то пойдем на выход. Все, на выход. Фатимка, машина. Так, мы готовы. Фатимка одела очки. Все, очки не нужны ей. Мансурик тоже ждет. Хочет уже в парк. Девочки. Расул нужен, да, нам самокат? Ну, до карусели, чтобы каталась, а все. А, ну ладно. Сами. Просто потом куда его нам? Не забудем мы его? Не потеряется? Не-не, нормально. Все, заходим. Девочки, вперед. Боевой вертолет. Вау, смотрите, какой вертолет. Диана, ты видишь, огромный. Да? Ракету видишь? Ну, там все военное, да, будет, Расул? Фонтанчик нас встречает. Сейчас поближе покажу. Вот такие вот карусельки. О, девочки, все, уже возле карусели стоят. Ну все, девочки, сейчас, подождите. Мы только зашли, девочки, мы только зашли. Ой, кошмар. Сегодня у нас Фатимка ведьмочка с такими волосиками. Смотрите, какой красивый фонтан. Мне уже нравится. Березки, деревья. Там еще дальше паровозик. Все, они как всегда впереди, я сзади. Вот такие вот тоже машинки есть тут, гоночные, можно погоняться. Давай. Это для Фатимы рай. Все, она тоже будет здесь кататься. Лиана тоже, если захочет. О, авария. Ой, я тут не боюсь. Что они делают? Я не боюсь, она просто катается. Фатимка, хочешь? Конечно, хочет. Она фанат машинок. Смотрите, у нас есть вот такая вот карточка парки Кубани. Она у нас еще осталась с прошлого года. Можно по ней расплачиваться. Что, Леночка? Ну, сейчас будем кататься. Мы же только пришли, золотце. Пошли. На этих хочу. Хорошо, на этих. Будем кататься. Вот касса. Будем сейчас оплачивать. Ну все, сейчас будем кататься. Будем оплачивать? Прокатайте машинку, а потом можете поплакать.
О, у нас там бонус 80 рублей на карте. Куда, куда пойдем? На машинке вот эти гоночные. Пошли, это гоночные? Все, Фатима увидела электромобили, машинки, она захотела сюда. Я не знаю, у них сейчас глаза разбегаются у девочек. Фатима, ты что делаешь? Без хозяина, уже залезла. Фатима выбрала Audi. Не работает, надо сейчас подождать нам продавца. Фатимка, давай встаем туда сначала, где аттракцион, гоночные машинки. Потом сюда придем, давай. Потом сюда придем, по очереди. Мы же уже оплатили, Фатима. Там я билет взял, идем. Мы сюда придем сейчас. Мансурчик кушает. Девочки, не капризничаем. У нас на карточке был бонус 80 рублей. Сейчас мы оплатили еще 80 рублей за Лиану. Ой, смотрите, я сзади только снимаю. Сейчас они, наверное, развернутся. Поехали! Все, видишь, Фатимка катается с папой. Вот так! Если кто-нибудь был бы еще, интереснее было бы. Авария. Давай, учись. Привет. Давай, давай скорость. Вот так. Скорость есть даже? Фатима очень любит машинки. Все, сейчас Лианочка будет кататься. Страшно? Да. А что тебе страшно? Я не хочу на вот этой. А, вот на этой? Не, мы на этой не будем. Она действительно вызывает какой-то страх. Железка какая-то. А то колесо. Ой, вот это вот колесо, да. Колесо обозрения, чертово колесо тоже страшное. Тоже на ней не будем кататься. На батуте, я не боюсь на батуте прыгать. Там нету батута. Сейчас уже не лето, девочки, поэтому здесь ограниченные вот эти вот развлекательные карусельки. Дайте какой-нибудь пикник. Для маленьких детей здесь очень мало аттракциона. Мансурчик засыпает уже. Подводная лодка там. Да. Вот там пушку видишь, дальше видишь пушку. Смотрите, какой якорь. А ну-ка, Лианочка, покажи. Можно залезть на него, да? А, это все такие военные сооружения. Да. Такой якорь. Здесь какой-то памятник. А, памятник военным морякам Кубани, отдавшим жизнь за родину. Такой памятник. А это что такое? Фатимка, это что за шар? Так, девочки, девочки, отходим, она может взорваться, это мина. Быстро-быстро отходим, девочки, быстро-быстро-быстро. Но она не настоящая, не, она настоящая? Да, она настоящая. Мина гальваноударная, якорная. Так, так что это мина огромная такая, девочки, это мина. Да, не надо ее лучше трогать. Да, отходим. Вот еще одна мина, кажется. Да? Подводная лодка, видишь, Лен? Да. Ой, смотрите, какая подводная лодка. Огромная. Это сражались, да, наши, получается, военные моряки? Смотрите, там дальше речка тоже. Ну, Расул говорит, не надо туда идти, там можно спуститься и туда попасть. Неинтересно будет, да? Да, дальше пойдем, там интересно еще дальше.
Вот она, речка. Пойдемте на пушку посмотрим. Ой, дерутся за самокат. Все, идем дальше. Вот она, пушка, но там идут ремонтные работы. Туда нельзя. Давайте сделаем пикник. Давайте сделаем пикник. Сядем, перекусим. Сейчас. Там все танки, все машины. Где? Вот там. А, сейчас мы туда, да, доберемся. Там танки, Расул увидел. Мушки летают здесь. Что Фатима нашла? Да, леточек сердечко. Да, похож на сердечко. Да. Это чувствует новенькая конфеточка. Сейчас попробуем. Мансурику что, Барни? Да, Барни. Да, Барни ему давай. Будешь, Манс? Будешь, Барни? Ой, будет, конечно. Волосы ему поправь. У нас перекус. Осторожно, только где у тебя зубки удалили, там не кушай, ладно? Вкусненько. Фатимка? Фатима листочки собирает. Кормлю младенца. Лялечки, да? Чтобы они не запачкались. Вкусно? Мы нашли, смотрите, военную часть. Танки, ракеты. Здесь много чего есть, сейчас покажем. А, сколько танков, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это такой парк, да? Машин военных. Смотрите, это что, Катюша, да, Расул? Катюша! Катюша? Военный КамАЗ Катюша. Да, это Катюша. Девочки, смотрите, какой танк. Фатимка, вот я и собрала волосы. Такой запах от них, да, как будто покрасили. Это только. Военные краски. Такая краска специальная. Чтобы не ржавели, да? У нее броня такая толстая. 60-70 сантиметров брони, прикинь. Вот здесь написано, смотри. Угу. 47 тонн. 47 тонн? Кошмар. Наташа. Ну, Мансур, поедем. Папочка! Че, Ляна? Че, Фатим? Ты на этот КамАЗ Катюшу хочешь залезть? Не, нельзя, это давай опасно. Так, это что, пулемет, да? Девочки, вам интересно? Девочки. Нам интересно. И сколько это пулеметов? Это же пулеметы, да? Они сбивают самолет. Угу. Вау. Они самолеты сбивают. Сейчас я прочитаю, что это. Мне интересно. Пишите в комментариях, вам интересно. Противотанковая пушка. А, да, противотанковая. Подожди, это танки, да, она сбивает? Да, да. Противотанковая. Да. Смотрите, вот эта пушка сбивает танки. Их очень много, они разные пушки бывают, да, смотри. Да. Массивнее. Гаубица будет, гаубица. Ляна, интересно? Фатимка? Интересно. Фатимка, интересно? Мне интересно. Вот маленький танк, вот им тебе попадает. Такой кустик красивый. Смотрите, вот еще пушка такая. С гусеницей. Гаубица, я же сказал, гаубица. Гаубица, да. А она что сбивает? Тоже танк. Все то, что попало, все сбивает. И воздушные войска тоже сбивают, наверное, да? Фатима, ты где? Залезть хотела?
Смотрите, вон еще танки. Здесь очень много танков, военной техники. Кому это все интересно, можете спокойно сюда приехать. Выставочный зал боевой славы. Расулу интересно. Он поэтому меня сюда позвал. Ну, если честно, мне не особо интересно тут. Сейчас девочек покатаем на паровозике. А Фатимка где? И поедем домой. Все уже голодные, нужно и ужин готовить. Танки для Мансура, да, и для папы. Она мне интересна. Все, пошли. Сейчас девочки будут кататься на вертолетиках. Лиана, привет! Фатимка! Вау! Поднимаются наверх. Вау! Девочки в синем вертолетике. Сейчас они будут подниматься. Держитесь! Да, вот так вот они поднимаются наверх, кто нажимает кнопки. А девочки, смотрите, внизу. Ой, трясишки мамины. Кнопку нажми, кнопку. Да, они, мне кажется, будут бояться, не надо. Не, не будут. Хорошо будет? Да, я не хочу вообще наверх подниматься. Да, вам просто кнопку надо нажать. Понравилось хоть? Полететь так. А вы не нажали, да? Девочки, вам хоть понравилось? Да. Посмотри, так мне понравилось. Понравилось. Целый класс, да? Маме целый класс, бамбус. Давай, мы полетели, мамочка. Все, они полетели на вертолете. Пока! Все, всем пока-пока. Все, полетели. Мансур заснул у нас. Мы в парке погуляли от души. Девочка мне понравилась. Такая техника там вообще. Вот военная техника. Да. Это чисто для мужского пола. Мансурчик у меня здесь на руках. Девочки спят. А мы едем домой. Сейчас где-то 6 вечера уже. Да. Нас плохо видно. Не, нормально. Что-то это что за ситуация? Расул, это нормально, да? Что-то хочет он сделать.